Всем привет, привет, привет! В то время как за окном происходит непонятно что и непонятно зачем, мы непонятно почему, но все равно продолжаем. Продолжаем наши знаменитые чтения книги Василия Генералова под названием «Есть жир можно, нужно и обязательно, чтобы быть молодым, красивым и здоровым». Итак, следующие главы мы читаем. Читаем истории из Инстаграма и Фейсбука. Нона Мелехова. Лет в 35, испытав серьезные проблемы со здоровьем, в скобках гинекология, и семейными обстоятельствами, поправилась очень сильно. Прочитав книжечку питания по Брэгу, использовала раздельное питание. Вес держался в норме до 45 лет, но обзавелась гипотиреозом, питаясь по Брэгу, стала набирать вес. Причем молниеносно, с 53 кг до 70 за полгода. Потом дошла до 110 кг даже. Сидела на безмолочке и голодала курсами. Но затем набирала сторицей. Вот уже 12 лет не могла исправить ситуацию, если бы не узнала о кето-диете. А причина банальная. Преддиабет, обнаруженный внезапно в июне этого года, так как 2 года назад, кроме гипертонии, его не было. Эндокринолог прописал диету номер 8. А я знаю, что это путь в никуда для моей щитовидки, если не хуже. Начала искать альтернативу избавления от диабета в интернете. И о, чудо! Я прозрела, нашла сайты умных эндокринологов, сайт LSHF и NUP. Месяц я готовила свой организм кето, убрав сладости, затем хлеб, крупы и макароны. Сбросила за месяц 1,5 кг и затем фрукты с молочкой. И вот неделю назад я вступила в новый этап моей жизни. Жизнь без лекарств от гипертонии, диабета и, надеюсь, гипотиреоза. Спустя неделю я сбросила 4 килограмма. Кетогрипп почти прошел. Чувствую себя намного лучше и легче. Суставы мои очень рады. Голода не чувствую, питаюсь 2 раза в день в 9-10 и 10 и 15-16 часов. Есть больше не хочется. Еще строже элиминации при соблюдении диеты хищника карнивор. Этот рацион полностью исключает всю растительную пищу. Он строится только на животных продуктах. Основа диеты хищника — мясо и животный жир. Кроме этого, акцент делается на активное использование субпродуктов. Именно они предупреждают развитие дефицита витаминов и минералов. Допустимо использование жирных молочных продуктов и яиц. Для людей, испытывающих проблемы с усвоением молочных продуктов, кстати, именно молочные продукты часто тормозят сбрасывание веса, несмотря на наличие кетоза, используется вариант элиминационной кето-диеты. Палеокетодиета, ПКД, не путать с полирационом. Палеокетодиета, ПКД – идеальный монорацион. Последний год я придерживаюсь именно ее. Состав рациона крайне прост. Мясо, рыба, животный жир. При ПКД не рекомендовано употреблять чай и кофе, спиртные напитки. Монорационы – это оптимальная разгрузка иммунитета. Они полностью восстанавливают дефициты аминокислот, микроэлементов и витаминов. В случаях использования кетогенной диеты в лечебных целях я предпочитаю именно этот вариант вхождения в кетоз. Через несколько месяцев пребывания на ПКД в рацион можно добавить яйца и небольшое количество зеленых овощей. Пример. Вероника Ветрякова. Я была вегетарианкой 8 лет. Периодами оволактовегетарианство, периодами веганства летом в скобках. Не для снижения веса, больше этический момент. Чувствовала себя не очень в скобках. По своей природе я мясоед. Появилось пристрастие к сладкому и молочке в скобках. До вегетарианства к молочку особо не ела. Извиняюсь за такие выражения. Я извиняюсь, но это написано в тексте.
Не знаю, был ли у меня гипотиреоз до вегетарианства, но о его наличии узнала на второй год на этом стиле питания. Бывала депрессия с паническими атаками. На вегетарианстве плюс гормонотерапии я набрала 12 килограмм. С возрастом самочувствие ухудшилось. Больше 3 лет я не вегетарианка. Переход был легким, естественным. В скобках сорвалась на сало. И ушло сразу 3 килограмма. Но заметила, что обмен веществ стал намного хуже. Обследовалась, попробовала диеты разных врачей, диетологов, эндокринологов. Вес менялся плюс-минус 3 килограмма. С декабря 2016 года без глютена. Ушло за первую же неделю 3 килограмма и не возвращались. Удалось понизить антитела. Прошла аллергия. С лета 2017 года палеопротокол и БГБК без глютена и казеина. С ноября 2017 года кето-диета. О кето-диете узнала случайно. Эта система заинтересовала. Потом эту же диету порекомендовал знакомый, которому доверяю. Изучал вопрос пару месяцев и перешла на нее, на кето-диету. Самочувствие отличное. Аллергий нет. Проявлений гипотиреоза не чувствую. Поднялась температура тела. Моя семья тоже с января перешла на палеокето. И да, самое главное, я вернула свой любимый вес. Восклицательный знак. Я вошла в свое тело в лучшей форме, чем покинула его. Нет голода. Я не боюсь голодных дней. В кавычках. С начала лета стала практиковать интервальное голодание. Почему я на кето? Мне кажется, что этот стиль питания мне подходит больше всего. Продукты, которые я люблю с детства, нет голода и ощущение предобморочных состояний без еды, состав тела прекрасный, много мышц и мало жира. Василий Генералов продолжает. Отдельно можно рассмотреть варианты вегетарианской кетогенной диеты. ВКД. В этом случае в качестве источника жира используются кокосовое и оливковое масла и масло MST, Medium Chain Triglycerides, MST. MST – синтетический среднецепочечный триглицерид. Его использование допускается во всех вариантах диет, кроме ПКД. Это масло продается в спортивных магазинах. Оно способствует быстрому достижению кетоза. Употребляется по 1-2 столовых ложки 2-3 раза в день. Мне не нравится вариант кето-вегетарианства. Меня не устраивает использование сои как источника белка, и я против большого количества растительного жира. Но если человек находится на стадии убежденного вегетарианства, то можно предложить ему такой вариант кеторациона. Суплементационный принцип диеты означает, что рацион должен содержать все необходимые для функционирования организма вещества. Сейчас в нутрициологии активно изучаются клинические проявления дефицитов витаминов, минералов, аминокислот и других биологически активных веществ. Действительно, недостаток этих компонентов в метаболизме может приводить к серьезным сбоям в работе организма. Проблема дефицита сейчас очень актуальна. Массовые исследования уровня витаминов в плазме крови показали их недостаток у большинства обследованных. И это неудивительно, ведь современный углеводный рацион действительно никаких витаминов не содержит. Он вообще не содержит ничего, кроме калорий, которых в углеводном рационе в избытке. При соблюдении низкокалорийных диет можно добиться снижения веса, но они не ликвидируют недостаток необходимых для метаболизма веществ. Более того, в большинстве случаев такие диеты приводят только к нарастанию гормональных и витаминных дефицитов. Пример. Марианна Шевченко. Лет до 36-38 мой вес стабильно держался на уровне 62-64 килограмма без усилий и диет. Потом постепенно по 2-3 килограмма в год. К 45 годам вес дополз до
74-75. В то же время вдруг появилась тяга к сладкому. Тортики, пироженки, мороженки, хотя раньше была к ним совершенно равнодушна. Попробовала средиземноморское питание. Не помогло. Если соблюдать калорийность, то голодно. Если есть досыта, то вес опять ползет вверх. То же самое и с раздельным питанием. Все продолжалось около 3 лет. Вегетарианствовать даже и не пробовала, поскольку не представляю свою жизнь без мяса. Одновременно боролась, в скобках, теми же диетами и столь же безуспешно с постоянно растущим весом мужа. Но он еще и сладкоежка, оказывается. Про кето услышала весной прошлого года, 2017 года. Рассказал муж, где-то случайно услышал или прочел, не помню уже. Все лето 2017 года я искала, собирала и читала информацию, в том числе медицинские статьи, насколько могла понять. В августе прошлого года через однодневный кетогрипп перешла на кетопитание. За первую же неделю слила килограмма 3 воды, плюс избавилась от вечных отеков, сопровождавших меня всю жизнь. Самочувствие отличное. За первые полгода в общей сложности ушло около 8 килограмм. Я перестала реагировать на перепады давления, перестала мерзнуть и страдать от сильной жары, появилась энергия, исчезло чувство голода, совсем ушла тяга к сладкому, нормализовался сон. Физкультурой не занимаюсь. Мужа перевела на кето в сентябре прошлого года. Он 2-3 раза в неделю играет в бадминтон. За полгода сбросил 20 кило, не напрягаясь. Перестал просить и есть сладкое совсем. Нас очень радует состояние кожи. ЖКТ в порядке. Голова ясная. Энергии море. Отсутствует чувство голода. Муж перестал храпеть. Перестали болеть суставы. И, кстати, кетопитание обходится нам дешевле, чем обычная еда. Мне 47, мужу 63. Секс отличный. Василий Генералов продолжает. Недостаток витаминов всегда надо возмещать применением добавок. Я сам прошел этот путь, тестируя многие добавки на себе. Сейчас я стал более умеренным и рассуждаю следующим образом. Физиологически правильным будет создать условия для самостоятельного синтеза витаминов. Именно этим и занимается микробиота кишечника. А из всех рационов лучше всего поддерживать микробиоту кетогенная диета. Все то, что микробиота синтезировала, и то полезное, что попало в кишечник с едой, должно быть транспортировано через стенку кишечника в кровяной поток. Транспортная функция кишечника лучше всего обеспечивается кетогенной диетой. И кетогенная диета с использованием субпродуктов поставляет необходимые микроэлементы, витамины, аминокислоты и другие биологически активные вещества. Таким образом создаются все условия для насыщения организма макро- и микронутриентами. Глава 8. Чем полезен жир? Вся диетология последних лет была заточена на удаление жира из пищевого рациона. Под лозунгом борьбы с атеросклерозом, причиной которого считалось ожирение, жирная пища настойчиво изгонялась с наших тарелок. Гипотеза, которой руководствовались диетологи и кардиологи, была проста. Как железнодорожная шпала. Холестерин – это жир. В полном человеке много жира. Избыток этого жира откладывается в сосудах, сужает их диаметр, вызывая, соответственно, нарушение кровообращения. Действительно, причиной многих инфарктов и инсультов является атеросклероз. При первом взгляде на эту схему все выглядит очень логично. Но если следовать логике и дальше, то на практике, уменьшив количество жира в рационе, мы должны были увидеть уменьшение числа страдающих атеросклерозом и ожирением в популяции людей. Но эти же диетологи, убравшие с полок магазина все жирные продукты и заставившие их обезжиренными йогуртами и творогом, молоком,
с 1% содержанием жира постным мясом констатируют ежегодный рост диабета и метаболического синдрома. В одной европейской стране было даже предложено всех детей после года переводить на безжиренные смеси. Это даже звучит абсурдно, поскольку вообще противоречит всем правилам биохимии и физиологии. Жир – это важнейший субстрат, необходимый нашему организму. Это и энергия, и строительный материал для мембран. И если энергетическую функцию могут выполнять другие макронутриенты, например, углеводы, то строительную функцию жиров ничто не заменит. Функции жиров. Структурная, в скобках пластическая, жиры принимают участие в формировании клеточных мембран и соединительной ткани. Входят в состав белого и серого вещества головного мозга. Продолжаем дальше. Второй момент. Энергетическая функция жира. Окисление 1 грамма жира дает в 2 раза больше энергии, чем 1 грамм белка и углевода. Создают запас энергии в организме. Третья функция жира – защитная. Жиры участвуют в терморегуляции. В составе желчи участвуют в процессе пищеварения и обладают антисептическим действием в кишечнике. Четвертая функция жира – жиры – растворители витаминов. И также они способствуют их усвоению, то есть витаминов, усвоению витаминов. Пятая функция жиров. Жиры принимают участие в синтезе половых гормонов, простагландинов. Полиненасыщенные жирные кислоты, которые мы употребляем вместе с жиром, являются основой простагландинов, веществ, участвующих в формировании нашего иммунитета, обеспечивающих противовоспалительный эффект. Холестерин – это основа для синтеза тестостерона и эстрогена. Лецитин – это строительный субстрат в мембранах нервных клеток. Эфиры жирных кислот защищают клетки от оксидантного стресса и играют важнейшую роль в детоксикации организма. Жирные кислоты с короткими цепями необходимы для нормальной работы кишечника. Насыщенные жирные кислоты входят в структуру сурфактанта – пленки, выстилающей альвеолы в легких, что обеспечивает нормальное дыхание. Жир смазывает наши суставы и связки, предупреждая их физическое изнашивание. Висцеральный жир не играет такой функциональной роли. Он не может влиять на работу кишечника, транспорт жирорастворимых витаминов и участвовать в синтезе правильных гормонов. А избыток висцерального жира тормозит обменные процессы, поскольку препятствует выработке гормона роста. То есть есть просто жир, а есть висцеральный жир, который не такой полезный. Глава 9. Источники жира на кетогенной диете. Если вы думаете, что употреблять много жира сложно и еда будет слишком жирной, поверьте, это не так. Все просто, даже очень просто. Кетогенная диета в любом варианте не что-то экзотическое. Она проста и органична для любого человека вне зависимости от национальности, вероисповедания и места жительства. Правильные кетогенные блюда есть в любой кухне мира. Везде есть блюда, содержащие много жиров. Источники жира могут быть растительные и животные. Растительные называются маслами, они жидкие. Животные источники называются жирами, они твердые. Отдельно стоит упомянуть сливочное масло. Растительные масла используются для добавления в салаты. На их основе делается домашний майонез и другие соусы. Жидкие растительные масла не стоит перегревать, так как при нагревании они быстро окисляются и превращаются в опасные трансжиры. Из жидких растительных жиров в кетодиете применяется оливковое масло. Можно использовать также любые ореховые масла. А вот семечковые масла, подсолнечное, рапсовое, тыквенное, кунжутное, использовать не стоит. Для достижения кетоза они вполне сгодятся, но по составу жирных кислот и трансжиров нам эти масла не подойдут. Кокосовое масло также жидкое, но даже при комнатной температуре
Оно легко затвердевает, обладает антисептическим эффектом за счет содержащейся в нем лауриновой кислоты. Из всех растительных масел для жарки рекомендуется использовать только его. Кроме этого, кокосовое масло используют при приготовлении жировых перекусов. Их еще называют жировыми бомбами. На старте введения кетогенной диеты можно использовать жировые бомбы, но позже необходимость в них полностью пропадет. Для интересующихся рецепты находятся в соответствующем разделе книги, то есть в конце книги. В качестве источника растительного жира мы можем использовать авокадо. В России с этим проблема. У нас авокадо не растет, покупать его приходится в недозревшем виде, и дозревание происходит уже дома. Известный способ дозревания авокадо – положить в бумажный пакет и хранить в темном месте при комнатной температуре. Говорят, что если в пакет положить яблоко или банан, то созревание будет идти быстрее. Авокадо бывает разных сортов, размеров и формы. По цвету они могут быть зеленые и коричневые. У зеленого авокадо более тонкая кожура, и его можно пощупать. Зрелое авокадо не должно быть жестким. У коричневого кожура толстая и твердая. При ощупывании невозможно оценить его степень зрелости, и может оказаться, что вы купите уже потемневший внутри испорченный плод. Животные жиры более разнообразны. Они разделяются на висцеральные и подкожные. Подкожные жиры – это птичий жир, гусиный, утиный, индюшачий. И, конечно, любимое нами сало. Мы используем также межреберный бараний жир, курдюк, сальник. Субпродукты – это все органы животного, кроме скелетной мускулатуры. И все они пригодны для употребления. Печень, язык, легкие, мозги содержат очень много жира. Нежирные субпродукты – почки, надпочечники, тестикулы – содержат очень много витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ. Все это можно использовать для поддержания здорового состава рациона на кетогенной диете. Итак, предлагаем список жиров. Масла и жиры для жарки и выпечки. Кокосовое масло, оливковое масло, сало, утиный жир, кхи, гусиный жир, курдючный жир, свиные шкварки и т.д., сливочное масло. Жиры без температурной обработки в салат. Оливковое масло, масло авокадо, масло макадамии, любые ореховые масла. Жарить мясо нужно на животном жире. Его также можно добавлять в фарш. Холодец, студень и бульоны – это блюда с высоким содержанием жира, которые имеют высокую пищевую ценность. Сливочные масла, сливки, сметана, жирный творог и сыры являются молочными источниками жира. Сливочное масло используется для жарки. Иногда его можно просто есть ложкой. Некоторые могут делать кето-бутерброд, огурец со сливочным маслом. Молочные жиры активно используются во всех вариантах КЛС, кроме ПКД. Правильно, кетогенная диета не нуждается в дополнительном использовании пищевых добавок. Исключение составляют лечебные рационы питания. Глава 9. Углеводы вокруг нас. Известно, что основными питательными субстанциями еды являются белки, жиры и углеводы. Кроме этого, все продукты оценивают еще и по пищевой ценности, содержанию витаминов и микроэлементов. Традиционно считают, что белки – это обмен тканей, углеводы – это энергия, а жиры – это вредный макронутриент, употребление в пищу которого нужно избегать. Также считают, что фрукты – это витамины, а овощи нужны кишечнику для поддержания правильной микробиоты кишечника. Но также известно, что в последние десятилетия резко увеличилось число людей с ожирением, метаболическим синдромом, сахарным диабетом, онкологией. Увеличилось количество бесплодных пар, пытающихся забеременеть с помощью ЭКО, и, к сожалению, увеличилось и число детей с умственной отсталостью и аутизмом, рожденных вроде бы здоровыми женщинами. И это не нагнетание ситуации, это объективная реальность.
И дело не в медицине, которая стала лучше диагностировать заболевания. Эти болезни нельзя скрыть или не заметить. Все они тяжелые. И этих заболеваний стало намного больше. Когда проанализировали статистику уменьшения количества употребляемого людьми жира, то оказалось, что она обратно пропорциональна ожирению. То есть, чем меньше люди ели жирных продуктов, тем больше они страдали от лишнего веса. Проанализировали еще одни данные – употребление сахара и других углеводов. А вот тут обнаружилась прямая зависимость. Чем больше употреблялось сахара и его аналогов в виде сиропов, тем больше было ожирение в популяции людей. И мой личный опыт подтверждает эту статистику. Если я ем углеводы, я набираю вес. Если я ем жир и белок, я худею. Чем больше я ел обезжиренных продуктов, тем больше остановился мой объем и тем сильнее я отекал. Поэтому теперь я уверенно скажу. Наш главный враг – это углеводы. Первой и основной причиной лишнего веса является избыток углеводов в рационе. Последние несколько десятилетий количество углеводов в питании человека достигло 80%. В некоторых случаях блюда, которые вам где-нибудь приносят для перекуса в самолете, например, состоит из углеводов на все 100%. Почему это произошло? Все очень просто. Это бизнес. Самый простой вариант оценки пищевой ценности еды – исследование его калорийного состава. Основная задача диетологов – обеспечить организм необходимым количеством энергии. Реклама конфет, шоколада, кондитерских изделий, соков, газированных лимонадов, мороженого – все выглядит очень привлекательно. Если раньше сахар был деликатесом, то постепенно он превратился в способ поощрения. Сначала мы баловали ребенка конфетой или шоколадкой на праздник, то есть это происходило очень редко. А теперь стало очень доступным. Праздник каждый день. У многих и повседневная еда уже вся праздничная. Посмотрите вокруг, если на работе перекус, то к чаю на столе лежит только выпечка и конфеты. Это все углеводы. Фастфуд – это тоже углеводы. Чипсы – это чистые углеводы. Макароны – это углеводы. Фрукты, которые едят теперь круглый год – это ведь тоже углеводы. Реклама во время футбольных матчей убеждает – запей шоколадку колой – это лучший подарок. Молодая заботливая хозяйка в рекламе предлагает ребенку и мужу поесть лапши. Она подсовывает вам углеводы. Бабушка из рекламы наливает сок всей семье. Да это тоже углеводы. Утром мама говорит ребенку, съешь кашу. Это медленные углеводы, они полезны. В кашу можно добавить сахар или варенье, чтобы было вкуснее. Если праздник в доме, должен быть большой торт. Если в гости едет бабушка, привезет вкусные пирожки с рисом и картофелем или с вареньем. Все это углеводы. Я всегда прошу пациентов написать свой привычный рацион, и в нем всегда преобладают углеводы. Выше мы говорили, что два яблока перекраивают суточную дозу потребления углеводов, а чайная ложка сахара – это 5 граммов углеводов. Три чашки чая с двумя-тремя ложечками сахара – это уже ваша суточная норма потребления углеводов. Больше в течение суток никаких углеводов употреблять не стоит. На деле люди спокойно наливают себе чай, кладут сахар и берут к чаю круассан. Но ведь утром они еще ели кашу, а вечером на ужин съедят картошку. То есть в день вместо 50 грамм углеводов человек съедает 200-300 грамм углеводов. И так каждый день. Вот график диаграмма, показывающая взаимосвязь употребления сахара и ожирения. С одной стороны, показано потребление сахара в килограммах на человека, с другой стороны, распространенность ожирения в процентах. Внизу показаны годы. Продолжаем читать. А в праздники можно и еще больше. Вот и не удивляйтесь потом избыточному весу. Чем опасны углеводы? Они опасны всем. Все содержащиеся в еде углеводы
наш организм старается перевести в энергию. Происходит это через биохимические процессы окисления глюкозы. Утилизацией глюкозы внутри клетки занимаются специальные органеллы – митохондрии. Митохондрии – это энергостанции клетки, а за транспорт глюкозы в клетку отвечает инсулин, который и вырабатывается поджелудочной железой. Клетка не может утилизовать много глюкозы. Всю избыточную глюкозу она откладывает в запас в виде гликогена. Когда и эти склады переполняются, клетка перестает принимать глюкозу и путем химических реакций превращает ее в жир. Жировые клетки очень растяжимы и постепенно тоже заполняются жиром. И в конце концов мы видим, что человек, находящийся на так называемой обезжиренной диете, страдает ожирением. А причиной ожирения стал избыток углеводов. Есть и другие механизмы. В нашем кишечнике живет микробиота. Это бактерии, вирусы и грибы. Микрофлора участвует в пищеварении, расщепляет поступающую в кишечник пищу до мелких фрагментов, синтезирует легкие жирные кислоты и витамины, которые всасываются в кровь и участвуют в метаболизме нашего организма. Избыток углеводов способствует размножению патологической микрофлоры, а патогенные бактерии и грибы продуцируют токсины и способствуют гниению и брожению в кишечнике. Кроме этого, повышение уровня глюкозы меняет состав микробиоты. При избыточном размножении патогенная микрофлора вытесняет сапрофитную микрофлору. В результате в организме формируется недостаток витаминов. А раздражение и воспаление в кишечнике открывает ворота для токсинов, а иногда в кровь попадают и сами возбудители. Иммунная система реагирует на возбудителей и синтезирует антитела, которые атакуют патогенного агента. Индекс воспаления в организме из-за этого повышается. Циркулирующие иммунные комплексы повреждают ткани организма, развиваются аутоиммунные заболевания. Проявления хронического воспаления могут быть видны и на коже, в суставах, в матке, в щитовидной железе, а в некоторых случаях и в головном мозге и периферической нервной системе. Углеводы быстро всасываются в кровь, а повышение уровня сахара в крови провоцирует повышение уровня гормона инсулина, задача которого – доставить глюкозу в клетку. Наверное, вы замечали, если съесть какой-нибудь фастфуд, картошку и бургер, через 2-3 часа, а иногда быстрее, снова захочется есть. И опять приходится перекусить на ходу какой-нибудь шоколадкой. Через некоторое время снова проснется голод. И так несколько раз за день. Это происходит непроизвольно и связано с колебанием гормонального фона, повышением уровня инсулина. Иногда у человека развивается состояние, когда он даже в течение ночи несколько раз приходит к холодильнику, чтобы что-нибудь съесть. И преодолеть это желание практически невозможно. Я испытал это на себе, когда по утрам мне было страшно войти на кухню. И я с ужасом понимал, сколько съел за ночь в полусонном состоянии. Это могла быть целая сковородка еды. Конечно, эти перекусы означали избыточное употребление калорий. И естественно, все эти калории потом превращались в жир. Тем более, что на 80% они были из углеводов. Углеводы приводят к воспалению в различных органах, отекам, развитию метаболического синдрома, диабета и гипертонии. И единственный способ избежать этих состояний или просто похудеть – исключить углеводы из своего рациона.